школі вчили російській мові, тяжко навчатись. А тут зараз мене ламає через коліно і намагаються навчити правильно літературною українською мовою. Це мені на 50-му році життя таке далося. Друзі, всім привіт! Сьогодні, взагалі, нафіг все, пропоную поміркувати, пофантазувати, правильно, пофантазувати, на тему, а навіщо мені купувати послугу автоподборщика? Підбірника. Блін, ну яке слово ругательне. Послуги автоподбору, якщо за $100 я можу купити собі толщиномір і сам собі з толщиноміром стати автопідборщиком. Так от, сьогодні буде історія трохи така з ізюмінкою, тому що сьогодні прибор може лише завадити, навіть дуже дорогі. І автомобіль, котрий ми будемо сьогодні оглядати, цю машину купують очима, купують враженнями. І на огляді сьогодні буде 222-й Mercedes S-класу 500L. Глядачі, ті, що постійно, вони зрозуміють, що у нас сьогодні буде на огляді разовий огляд автомобіля. Разовий – це коли ми даємо повністю історію про автомобіль, розповідаємо все, що про нього знаємо. Так от, трошечки більше, помимо того, що сьогодні буде S-клас, то, що ви вже знаєте, це буде 4,7 атмосферник. Ну, до речі, тут треба приділити увагу саме двигуну, але про це трохи пізніше. На запит у продавця, що ж було з цим автомобілем, нас запевняє то, що там фарбовано лише заднє праве крило і більше нічого взагалі. Все нормальне, все рідне, що, в принципі, збігається з документом. Збігається з тим, що ми бачимо, збігається з усіма базами даними, але все не так просто. Давайте подивимося. Так, починаємо спочатку з кузова, зараз пройдемося. Далі заведемо на холодне, а потім полезем в салон і СТО. І так, добре утро. Починаємо осмотр Мерседеса. По внешки пройдемося по кругу. Значить, по ньому що видно явно? Явно видно, що у нас випадає по цвету заднє крило. Чуть-чуть другого цвета. Лючок, скорее всего, не крашеный. Ну и дверь, скорее всего, не крашеная. Но это сейчас проверим. По двери, внутри двери. Как-то так нанесена краска, непонятно. Тут не прокрас какой-то. Прям кисточкой подкрашено. Ну, здесь как будто как подкрашивали торец этот. Возможно, убрали заводской непрокрас. Карта дверей у нас пал, ну, пробитая чем-то. Потек прям какой-то такой хороший. Да, ее перелачили. Очень похоже на то, что ее перелаковали. Лаком перекрыли заново. Да, остатки краски. Подпыляли ее аккуратненько. Дальше здесь у нас видно, где вот переход был. Как красили. Светится грунт под низом. 104, 129. Что у нас по подушкам, а ну-ка. Так, здесь у нас все заводское. Здесь, в принципе, все отлично. По кузову тоже вопросов здесь никаких нет. Задняя дверь. Угу. Царапина небольшая. Молдинг стоит на месте. Здесь вот есть царапины. Это очень похоже от шлиф машинки. Ну, здесь тоже зацарапанный слегка. Отличие по цвету здесь есть. Ну, сразу, да, крыло видно, что оно крашеное. Тоже торцион прокрашенный вручную. Вот здесь вот скол был, подмазали его. Опять же, тоже краска вот есть. То, что поддували. Ага, вот оно. Умолдинг, да? Да. Тоже не заводской герметик. 265 здесь вот это вот подкрасили. И переход здесь сделали. Ага, вот он. Вот полоска. Вот он, переход.
Вот переход тоже у нас виден, матовый такой. 215-169. Ага, и вот так всю его дунули. Все понятно. Вон видно, как красочка лучится, то, что красили. Вот она, вот скольчик. Так, по арке задней вот здесь вот посмотрим. Видно вот следы, где красили. Ну, так вроде бы нормально. Вот здесь я только внизу чуть-чуть вот краску оббила, надо будет подмазать. Подкрылок стоит на месте здесь хорошо. Лючок у нас задний. Вот видно, где красили. Опять же запылили, не стали лючок снимать, он прикрашенный. Фонарь не потеет, не разбитый, без сколов здесь отлично. Здесь парктроник хорошо. Катафот на месте целый. Выхлоп у нас целый, здесь все отлично. Да, он видно, ковырялись буквы, переклеивались. Дальше здесь у нас тоже, опять же, когда красили, даже не разбирали вот эту накладку. Тоже прокрасили ее. Стекло прокрашенное. Резинку эту прокрасили. Петли у нас здесь целые. Ну, тоже разбиралось здесь все. Опять же, вот тоже прикрашенное у нас стекло. Резинка прикрашенная. Хе, молодцы. Аккуратно лаком задули ее, конечно. Хорошо сделано. Вот здесь вот четкая полоса по лаку идет, как ее красили. Сейчас попробую споймать. Не, на телефон не ловится, но факт видно, что вот четкая граница. Вот здесь вот есть, как ее лаком передували. По молдингу, по двери. Здесь у нас царапинки, царапинки, царапинки. Это от ногтей. Скол небольшой, ну, в принципе. Опять же, вот тоже краска. Дальше здесь у нас поддували проем. Здесь уже поддували проем вот так вот. Видно. 160. 231. 217. 205. Здесь прям пострадало хорошо. Получается, крашеное крыло. Вот переход по крылу. Вот это вроде как родной слой. А вот здесь вот уже в проеме. Здесь еще третий слой. Вот здесь вот у нас, там где ремонтировано, вот здесь скол уже. Вот здесь облетает краска уже тоже. Шагрень такая, как апельсиновая корка. Прям она такая прям жирная, жирнючая. У нас на руку чувствуется. Здесь видно, что дверь у нас снималась. Вот видно, где переход закончился. Вот где была краска и вот где она прям чувствуется этим ногтем. Металлизированная шпаклевочка. 187-171. Наконец-то мы ее споймали. Колеровый металл, тоже она здесь ремонтированная, крашеная. Здесь опять же вот тоже не прокрас тот, что так вручную подкрасили. Шпаклевка вот тут чуть потреснутая была уже. Здесь петлю откручивали, регулировали нижнюю. Вон, видишь, как прям наплыв такой, как прям вот, как лишь шпаклевка или что-то чем-то заливали. Ага. Бьется 140 всего лишь. А по проему? Проемы вот, вот по вот этому крашеные, вот смотри, по вот этот прям кантик-кантик. Да, видно, вон, да, проемы, да, заводские. Она получается в круг крашеная у нас, передутая. Два ДТП было. Первый раз ее перекрасили, ну вот крашеные эти, молдинги вот там вот прикрашенные. И плюс то, что вот это вот по ДТП было второе, вот это в заднюю часть. 80, а ну 126 тоже, 127, сюда. 117, вот здесь родное, 132. Понял? Перечуханная и полностью передутая. Такой экземплярчик. А я не могу понять, смотрю, бывает... Не, это здесь прям... Так здесь глянь, хочешь прикол? Так вот, смотри. Вот это вот один вот подкрашено, видишь? Вот, вот второй прокрашен, а вот родное. Вот что интересная машина. Вот тут дверь или меняная, скорее всего. И вот здесь, вот, скорее всего, был удар в нее. Вот это вот все здесь провалилось, скорее всего, поцарапалось. Передивившись Валентина, я розумію, що мені навіть не хочеться його перебивати для того, щоб вставляти свої коменти. Але коменти все одно прийдеться вставити. Ну, ми ж з вами сьогодні фантазуємо, і тому ми нафантазуємо наступну річ. Якби був звичайний толщиномір, ну, той, що не показує кольорами фарбовано-нефарбовий, той, що не показує металізовану шпакльовку, то значення по всьому кузову б'ються однаково. І вибивається лише заднє праве крило, це дійсно так. Ну, так як ми фантазуємо, можемо припустити, що цей автомобіль був вперше ушкоджений в Америці, ніхто про це не сказав, машину зробили, потім її так продали на аукціоні. Замовник чийсь або хтось для себе купив, неважливо, цей автомобіль і... Потім з'ясував, що він ушкоджений. Але є у мене одне але.
Я не бачив за свою практику жодного случаю, щоб використовували металізовану шпакльовку в Америці. Тому то, що він був ушкоджений тут, більша доля вероятності, ніж в Америці. Але кузов зрозуміло. Кузов – це можна поторгуватися. S-клас – це машина, що повинна всередині виглядати класно. Повинен бути двигун, коробка, технічка, повинна бути бусинка. Але ще раз приділю увагу, що цей автомобіль треба дивитись, починати з двигуна. Ну, взагалі, якщо по кузову норм, то двигун. Чому по кузову норм? Я зараз ще одну віточку відпущу, тому що якщо у кузова є безпека, тоді можна розглядати цей автомобіль далі. Неважливо, фарбований він, не фарбований. Якщо нема безпеки, ніхер дивитися двигун. Тому зараз ми переходимо до двигуна. Итак, холодный пуск двигателя. Заводи. Завелась хорошо. Так, здесь попереду я каких-то нюансов не слышу. Единственное, здесь мы слышим сзади какой-то звук. Какой-то звук такой, конечно, интересный. Сейчас она вышла на холостые, и он мне не нравится. А давай сейчас послушаем звучок. Мне он как-то... Твое мнение. Сейчас пусть попробуется еще полностью прогреться он, конечно. Ну, какой-то звук такой. Я думал, что понял, бывает, что этот клапан вентиляции КВКГ, понял, бывает? Ну, да, по-моему, он и есть. В принципе, ничего страшного здесь я не вижу. Все заводское, ремонтов я не вижу. Видно, снимались амортизаторы. Из неприятного то, что есть, бачок, жирная пленка масляная в бачке. Плюс отложения масляные, там какие-то непонятные, грязь. Это очень плохо, очень плохой признак. Дальше здесь у нас хорошо, тоже видно, что здесь разбиралось. Ага, да, вот видно, где оно. Все-таки снималось, а потом красиво все сделалось. Запустивши двигун, мы можем припустить, что это трехкотитий клапан рециркуляции выхлопных газов. Він здає, видає приблизно такі самі звуки, але не тільки клапан може їх видавати. Ми з цим розберемось трошки пізніше. Ми також бачимо, що там такий толстим-толстим слоєм шоколада, як в рекламі з нутелою, намазано там мастилом в розширительному бачку. Це може бути і дорога причина ремонту, і не дуже дорога. Це ми також з цим розберемося трохи пізніше, коли заїдемо на СТО. Ну і взагалі, якщо власник скаже окей, то нам, по-перше, за все, треба подивитися на циліндри двигуна, тому що пробіг у автомобіля 90, здається, 6 тисяч кілометрів, а десь, ну, тижня ще не пройшло, трохи більше, там 130, здається, ми дивилися, Мерседес пробіг 130 тисяч кілометрів, циліндри дивились, десь отут наліпимо фотографії. Так от, моє враження, що там ті циліндри просто тигри погризли десь своїми пазурями, і, ну, все там дуже плачевно і печально. А зараз пропоную піти подивитись на салон, що ж там взагалі за салон. Начнем с салона. Продолжим, то есть салон. Здесь у нас по дверям мы предварительно подошли, здесь все хорошо. Пол у нас, ковер, с ним все отлично. Здесь, в принципе, нюансов больших нет. Здесь очень поцарапанная ручка. Дальше здесь у нас какое-то пятно помыть надо будет. Здесь какие-то потертости. Что-то разливали под ремень. И ремень вот тут что-то или поднатер он, или что-то лежало. Так, здесь у нас что-то, нет, не срабатывает. Задняя пепельница. Это грязь, как плесень какая-то, отмыть надо будет. А дальше здесь у нас, кожа здесь у нас полопанная. Вот она, подкрасили ее аккуратненько. То есть тут вот эта белая нитка, а здесь она вот у нас коричневая, серая, то есть получается. И вот тут вот она как подшпаклеванная, вот это вот место. Руль у нас со следами от ногтей. Кнопочки все у нас тоже, опять же, от ногтей. Здесь вот прям такие зацарапано все. Здесь, в принципе, более-менее с этой стороны. Часы нормально. Все в норме. Единственное, трещины вот здесь вот пошли в накладке этой. Все, больше здесь я не вижу никаких проблем. Читаем электронику дальше. Щетки не работают. Накладка по диагонали не работает. Уровень датчика жизнеснашения, уровень жидкости слишком низкий, добавить надо. Запасная антенна мобильного телефона имеет функциональное нарушение. Ладно, что, загоняем на СТО. Что стосовно салона? Ну, такие враження, что там, я не расист, але такие враження, что там ездили рэперы такие здоровенные, тучные,
потні афроамериканці, тому що, ну, такий зачовганий салон, і, ну, і фарбований, і, ну, уставший, от дуже уставший салон, тому, ну, враження він не складає, цей салон. Але це ж разовий огляд, і нам треба дати всю інформацію про автомобіль, тому зараз заїжджаємо на СТО. Ну, смотрю, с подушек снималась она, мотор снимался. Ну, то есть подушки сами крутились. Ну, крашеная вот, бля. Решетки вот тут он крашеные. Короче, что, люфт в рейке. О, это тут к деньгам. И стучит. Ну так, если резче подергать, то. Угу. Поддон, кстати, снимался чего-то, крутился. Наверное, может, не перепаковывался. Его, да, либо прокладку менял, либо поддон. Бачиш, прям видно, що ці такі прям свіженькі. І труба, труби крутились. Мотор, може, витягувався, як робили. Так тут як такового удара, заднє ліве крило тільки заявлено ділось. По нижній частині. Здесь все хорошо. Вихлоп чистий. Здесь видно, бампер красився, не розбираясь. Тоже от пластик покрасили. Вместе з пластиком. Видно, вихлопна система знімалась. Зачем-то. Тут это вкрашенное. По подвеске задней. Тут, в принципе, все хорошо, больших вопросов нет. Редуктор задний у нас сухой. Он не разбирался. Здесь все отлично, все на своих местах. Он просто в конденсате, кажется, что мокрый. Видно, что здесь этот порог крашеный вместе с накладками. Вот оно тут, краска осталась. Ну, здесь видно косяки ремонта. Ржавчина откололась тут, в принципе. Сделано чуть получше, чем с той стороны. Здесь хотя бы не покрасили накладки. Коробка, да, видно, глушители снимались. Видно, что поддон у нас снимался, зачем, непонятно. Может, прокладка менялась, может быть, там внутри что-то делали. По рейке у нас есть у нас люфт. Кстати, вот здесь такой достаточно сильный, на самой рейке. Двигатель целый, передняя часть двигателя сухая, здесь, в принципе, без вопросов. Из неприятного, что здесь получается, красили бампер передний, красили его вместе с решетками. Вот здесь вот не разобирали даже защиты нижние, вот здесь вот тоже вот это все покрасили. Ну и подкрылок не на месте стоит, тут надо как бы разбираться здесь почему. Ну, посмотрели автомобиль этот, значит, по автомобилю было заявлено, что у нас крашеное вроде как, ну, по крайней мере, клиент заявляет, что ему сказали, что крашеное заднее правое крыло, ну, возможно, там бампер, понятно, по фото с аукциона тоже видно, что там как раз был удар такой незначительный в заднее правое крыло, в остальном машина должна была быть целая, но по факту оказалось, что в автомобиле здесь у нас крашеное левая сторона, крашеная правая сторона, ну, бампера, понятно, крашеные накладки. По факту не крашен только капот. Да, есть вопросы по технической части. Вопрос есть по клапану вентиляции картерных газов. Почему-то перепаковывался поддон, снимался, ставился. Возможно, там прокладка менялась. Возможно, что-то там еще делалось, но никто об этом нам не скажет уже. Есть люфт на рейке рулевой небольшой. Вот. И, в принципе, все. Ну, как бы самое основное то, что здесь вопрос по кузову, по состоянию кузова. Поэтому этот автомобиль... Как і нам, як, в принципі, і нашому клієнту, не інтересен. Валентин підсумував, тепер підсумую і я. Тут треба розповісти трошки більше. Ну, відверто кажучи, цей автомобіль нам надали з площадки, попередньо привезли хлопці, ось вам ключі. Ми впевнені в цьому автомобілі. Робіть, ми вам довіряємо, все нормально. Це до чого? Тобто, якщо звіть звичайний прибор, вони пік-пік-пік-пік, воно все завод, все нормально, все чудово. І якщо не придивлятися, ну, Валентина досвід, піпець, він півжиття попрацював на СТО, у нього були муйки, херойки, дуже багато всього. У Валентина, як у багатьох наших фахівців, є велика насмотреність. Тому він це бачить, він це розуміє, навіть без приладу. Звісно, що ви можете купити собі прилад, але з приладом можна купити і... Ну, от мені часто задають питання, невже людина не може підібрати собі автомобіль, подивившись ютубчик, там, звернувшись на СТО? Звісно, що може, але скільки часу на це піде? Можливо, тиждень, можливо, місяць, можливо, рік часу, можливо, півтора. Звісно, що може, а ми це можемо зробити досить швидко. Так от, автомобіль
залишила нам площадка. Вони були впевнені, що з автомобілем просто все класно, все бусинка, все шикардос. Але трошечки життя внесло свої корективи, і не такий класний автомобіль, про котрий сьогодні йде мова. А тепер що стосовно ціни цього автомобіля? Тому що ми вокруг бігаємо, зазвичай, коли автомобіль коштує не дорого, десь там приблизно понизу ринка. Так от, друзі, вартість цього автомобіля 46 900 доларів. Казати, що вона там десь потолок – ні, десь понизу – ні, вона в певному ринку. Тобто тут навіть за ці кошти можна купити офіційний автомобіль, правда, трошки з більшим пробігом, але офіційний. Тому, підсумовуючи, чи варто купувати толщиномір і йти, комусь варто, комусь не варто. Думайте самі, ми ж все-таки сьогодні фантазуємо. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогі. Всім пока-пока. А що стосовно афроамериканців, напевно, я перегнув. Можливо, там потна здорова біла людина їздила. Хоча, якщо взяти білий мерседес, то на білому мерседесі завжди їздять афроамериканці, принаймні в Америці. Хто там їздить на 222-му мерседесі? Якийсь банкір в галстукі? Тоді там чорний мерседес. Друзі, ще не все відносно ендоскопії. Ми її не зробили не тому, що ми не захотіли цього робити. Замовник каже: так, друзі, стоп, машина, затягуємо ручник, вже і так безлічні доліків. Не мучайте хлопця-продавця, що надав цей автомобіль, а надали нам автомобіль на попередній. За день тому ніхто нікого не мучив, але ендоскопію не робили тому, що не було в цьому потреби. Зовнішній стан автомобіля, він не такий класний, як заявлено. І якщо дійсно не придивлятися не до салону, ідеально там вдивлятися от в ті строчечки, то що воно спочатку йде білесеньке, потім тімнесеньке, не вдивлятися в як пофарбовано деякі перепили є, не вслухуватись, як працює мотор, бо машина пхне потужно і все там чудово, все відпрацьовує, і по блокам там все нормально з історією. Але маємо те, що маємо. Автомобіль, він переоцінений. Тепер у мене точно все. Я нічого не забув?